Здравствуйте, уважаемый Борис Анатольевич. Приветствуем вас и поздравляем всех с наступающим праздником 9 мая, который навеки стал символом великой победы, мира, счастья и единства нашего народа. Для нас великая честь жить рядом с вами в одно время. Ваше присутствие, ваше наставление, ваши ордена и добрые улыбки побуждают в нас чувство гордости и патриотизма. Ваша жизнь и ваш великий подвиг перед Родиной является примером для нас подражания и примером для будущих поколений. И сегодня мы счастливы вдвойне, несмотря на определенные ограничения, которые сейчас есть. Мы сегодня здесь. Это наш долг, наша обязанность и наш душевный позыв быть сегодня рядом с вами. Позвольте поздравить вас, нашего дорогого ветерана, полковника Котова Бориса Анатольевича. В марте 1943 года был призван в Красную армию и направлен в школу младших командиров, где готовили специалистов артиллерийской инструментальной разведки. В 1944 году началось формирование артиллерийских дивизий, резерва главного командования. Был назначен командиром отделения разведки артиллерийского дивизиона 1290-го гаубичного полка. Дивизия входила в состав 2-го Украинского фронта и принимала участие в боях за освобождение Венгрии, Австрии и Чехословакии. Наиболее тяжелые бои были в районе озера Балатон. В одном из боев 21 марта 1945 года был ранен в голову, но остался в боевых порядках и продолжал разведку целей. Ранение было легкое, и после операции в Медсанбате вернулся в свою часть. В конце мая 1945 года предложили в числе военнослужащих с образованием не менее 8 классов поступить в Одесское военное артиллерийское училище. Училище закончил в 1947 году и проходил службу в Ленинградском и Одесском военных округах. В 1951 году поступил, а в 1956 году окончил военную радиотехническую академию ПВО. В сентябре 1983 года уволен из вооруженных сил в звании полковника с должности замначальника отдела главного штаба войск ПВО. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, медалями за взятие Вены, за боевые заслуги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Сегодня, в канун великого праздника Дня Победы, мы хотели бы поздравить вас и подарить вам небольшой праздничный концерт. Открывает нашу праздничную программу солисты ансамбля «Песни и пляски» Воздушно-космических сил Инга Семендей и Дмитрий Комаров. Встречайте! Для вас поет солистка Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина. Не забываем о поле войны, снег пережитого, снег седины, снег седины.
праздничным словом вас поздравляет начальник Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин. Уважаемый Борис Анатольевич, разрешите мне от себя лично, от всего коллектива Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил, от ансамбля нашего легендарного ансамбля песни и пляски ВКС, руководитель Владимир Геннадьевич Иванов, где он у нас, где-то здесь, присоединиться ко всем пожеланиям и поздравлениям в вашу честь. Но еще у меня сегодня миссия вам зачитать сегодня приветственный адрес от главнокомандующего воздушно-космическими силами. Уважаемый Борис Анатольевич, с почтением, трепетом и уважением поздравляю с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и успехов во всех ваших делах, вам и вашей семье. Главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Владимирович Суровикин. Служу России! Спасибо огромное за ваш подвиг. И мы продолжаем. Мы сегодня здесь для вас и дарим эти песни именно вам. Спасибо. И всем жителям вашего замечательного дома, района, легендарного микрорайона «Заря». Нашего любимого. Так что для вас и для всех на сцене солистка Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил Анастасия Карасева. Свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад.
На старый израненный в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий Архимаг. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий маг. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Приветствую вас с праздником, с Днем Победы. Ну и, конечно же, споем все дружно для нашего ветерана и за победу песню казачью. Лизавета! Грустишь обо мне, одержи победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Эй, одержи победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Борис Анатольевич, примите еще раз и еще раз наши пожелания самые лучшие. Мы сегодня старались, мы сегодня хотели вам подарить хоть немножечко, но минутку радости. Сергей, будь добр, сюда тоже выходи, пожалуйста. Всем вашим соседям, всем жителям вашего замечательного микрорайона, я еще раз хочу поблагодарить наших артистов. Это великолепные, прекрасные солисты нашего прославленного ансамбля песни и пляски воздушно-космических сил, руководитель профессор, заслуженный артист России Владимир Геннадьевич Иванов. Давайте поаплодируем, друзья. Мы благодарим наших артистов Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил и всех наших тех друзей и артистов, настоящих, как мы говорим, города Москвы. Давайте им тоже поаплодируем сегодня, всех, кто сегодня с нами. Главное командование воздушно-космических сил. И всем мы еще раз и еще раз от всей души вам говорим спасибо. И низкий вам поклон. Победа никогда не была легкой. Но великие испытания раскрывают силу и мужество народа, объединенного высокой целью. Вечная память россиянам, отдавшим жизнь за свою землю. Слава ветеранам, которые сегодня в строю. От всего сердца желаем вам доброго здоровья, благополучия, низкий вам поклон за нашу великую победу! Со слезами на глазах.